Всем привет! Сегодня 20 уже января. Мирусечка у меня тут пришла, в окошечко смотрит. Сашуля играет у нас Дарвейдером. Чего ты убежал? Построил себе из Лего какого-то Дарвейдера и теперь играет с ним. Санек дома, потому что болеет. Да, у нас какие-то разболели, что-то поленку сегодня стало, у нее горлышко болит. Надеюсь, что не разболеется, потому что у нее в субботу, еще завтра у нее учеба, а в воскресенье у нее олимпиада по литературе. Она будет участвовать. Вот, на самом деле засиделись дома и сейчас ждем Диму, чтобы прокатиться в город. Сегодня у нас грандиозное открытие барбершопа в Твери, который называется Black Line. Кто подписан на меня в Инстаграм, уже видели, что я делала несколько постов. Я там не работаю, потому что меня многие спрашивают, ты что там работаешь? Нет, я там не работаю, это просто открывают хорошие у нас ребята, знакомые. И мы поедем, сегодня у них будет официальное открытие. А так они уже работали в тестовом режиме практически весь январь. Я вам обязательно все покажу, и может быть мы даже откроем на моем канале отдельный лист совместный с барбершопом Black Line для того, чтобы снимать туда такие полупрофессиональные ролики для тех, кому эта тема интересна. Так, голый мужчина, голый мужчина, голый мой мужчина тут со мной. Пойдем одеваться, а то сейчас папа уже приедет. Оставайтесь с нами, мы обязательно вам все покажем. Ну что, мы сегодня, конечно, не сама покупались, но едем. На улице очень тепло сегодня, плюсовая температура, все растаяло. Снега, вот только сугробы за городом, а в городе снега нет. Сашулька там едет, стреляет во всех. В кого стреляешь? Дарвейдер мой. Так что едем в барбершоп. Дима меня там потом оставит, заберет полишку. А вечером бар. Бабушка будет ждать нас, скорее всего, да? Да-да-да. Начало открытия проходит в самом барбере, а потом посвящена вечеринка, посвященная открытию барбершопа, будет проходить в баре «Бабушка». Вот такие у нас интересные названия. Креативные личности в нас в Твери. Так что зажжем в «Бабушке», надеюсь я, сегодня. Вход с пенсионами бесплатно. Вход с пенсионами бесплатно. Смотрите, куда мы заехали. Помойте окна, Дмитрий Александрович, не видно ничего, темно в машине. Вот мы сейчас едем как раз по набережной Степана Разина. И вот здесь сейчас будет бар «Бабушка», в котором вечером сегодня должно быть очень жарко. Я вам забыла сказать, что сегодня приезжает супер-рэпер Скруджи. Смотрите, какое солнце, небо голубое, прям какая-то весна. У-ху! Мы скачем по лежачим полицейским. Очень удобно находится наш барбершоп, в котором мы едем, на улице Вольного Новгорода. Для тех, кто живет в Твери или кто приедет сюда, обязательно заходите. Даже в командировках нужно за собой ухаживать. Ну вот пошли все наши. Таун, любимое заведение местной молодежи. Мы туда уже не ходим, мы старенькие, да? Или ты ходишь без меня? О, встать, ты некуда. Оу, вот, ой, не видно мне ничего. Вон там будет видно. Шарики там. Ну, пойдемте посмотрим поближе. Чуть-чуть мы опоздали. 2 минуты назад была разрезана ленточка. Барбершоп, смотрите, как нарядно. Обратите внимание на надписи. Запрещено. Иду к Олимпу, день это дня, иду к Олимпу, день это дня, иду к Олимпу, день это дня, иду к Олимпу, я иду к Олимпу, я иду к Олимпу, я не верил нервам, не верил там, тем более слухам. Когда все любили, тупили, я думал, и жак крупных суммах. Теперь я у вершины, а кто-то с веревкой на шее. Табуретку подбили, ты лузер, скрузер в шикарной машине. Все жили, как жили на месте. Кислород, кислород. Ну вот, все. Мы убегаем. За Полиночкой бежим. Классно, атмосферно. И сегодня поедем с
Скруджи рулит. Пойдем. Скруджи. Сашок отказался стричься. Присутствовал барбер. Личный барбер Тимати. Да, личный барбер. Ну, не знаю, насколько он личный и вечный, но барбер из знаменитого барбершопа Москвы. Топор называется. И вот сегодня он там учит ребят. Как вы могли видеть, он такой в кепочке там. Вот, в общем, клево. Мы пожелали успехов в развитии, много клиентов. И чтобы все мужчины нашего города были ухоженными. Ой, никак не могу нарадоваться на голубое-голубое небо и солнце. Смотрите, как здорово. Уж какое-то ощущение весны. И пофиг, что 20 января на дворе. В душе уже весна. Ну вы посмотрите, какая же это зима. Ну, привет. Привет. Как дела? Хорошо. Ну все, едем домой. Всей семьей. Машина. Вот смотрите, в какой олимпиаде будет Парижка участвовать в воскресенье. Городская олимпиада «Малая глаголица». И будет проходить в воскресенье в 10 часов в 44-й гимназии. Поля сегодня, говорит, готовились в школе. Будем держать за Полежку пальчики. Снова здрасте. Время почти 8 часов вечера. И мы наконец-то выбрались в бар «Бабушка». Но пока мы до него не доехали, потому что Диме пришлось заехать еще пообщаться. Вот, а я сижу и жду в машине. Что-то фокус на мне не наводится. Вот, я такая прекрасная, сине-зеленого цвета. И здесь отражается все. Так что мы... О, какие-то под глазами. Мы сейчас уже скоро совсем окажемся опять в эпицентре событий. Надеюсь, что там будет весело, интересно и много народу. Кстати, ни разу не были в этом баре. Он находится тоже в центре. А, ну я же вам сразу показывала. И он совсем недавно открылся. Вот, поэтому мы еще ни разу мы там не были. Ну что ж, посмотрите вместе с нами, что там будет происходить. И надеюсь, что выступление Скруджа мы не пропустим. Мы уже на месте. Народ кучкуется, ждет, когда начнется выступление. Я вас не слышу, вы готовы? Everybody let's go make some motherfucking noise! Сонны здесь очередные, суки. Валится бабло, не наиблое, наиблое. Катится биткоин на него, на верном клубе. С пятницы любовь, она... Как дела, дверь? Я получил свой приз. Но прости, кис, кис, кис. Мой находник герой, не цепляло мой день. Здесь мы не step by step. Долгие ваши все! Я желаю всем и много повествовать. Я на эту страну. Я там все, мы едем домой. Время на самом деле еще даже не 10. Но так как у нас детки одни дома, родители не могут себе позволить гулять в ночь напролет. Ты старенький, они уже. Дайте это шуму, ты старенький. Дайте шуму в дверь. Не, на самом деле позитивно. Барбершоп Black Line тебе развитие, процветание, креатива бесконечно. Много-много клиентов, естественно, без них никуда. Ну и во всем такого креативного подхода, чтобы прям
Сразу было видно отличие от других. Скажи, парикмахерских. Отдельный привет сердцу барбершопа «Черный лев» Шаху. Шаху, да, Шах сердцу, молодец, сказать, респект. Сердцу барбершоп. Прям душа вложена, это видно сразу. Ну все, мы с вами увидимся в следующей серии выпуска. До новых встреч!